А вот и Лара. Сегодня мы ведем репортаж с албанского рынка. Нам здесь очень понравилось. Все свои вещи я покупаю. Посмотрите, какие прекрасные куки. Я взяла вот это, допустим. 15 евро за кость под гальяна. Мне кажется, неплохо. Кеды 10. За кость под конверс. В часовом ряду нашла часы. Смотрите, как настоящий Роликс. Очки. И не отличить. Очки Ray-Ban. Это вот там на выходе. На первом выходе у паркинга. Здесь я беру пульки. А где вы тут свои углы? Турские или ту разу? Или у Албании? Не, вот турская. Шикарно. Продавец говорит, все из Турции. Но я ему не верю. Думаю, что все сшито здесь неподалеку, в албанском городке Тузе. Ну как я вам? Шикарно. Их и возьмем. 10 евро, мне кажется, как-то дорого. Мало, до супушки мало. Можно ли мало попу? 10 евро мало скупа. То сам я прошлый год только платил, он убил скупа. Но нам осталось по 1-2. Торговаться вот никогда не умела. Придется брать за дорого. Ну, 10 евро, так 10. Окей. Или не брать? Даже не знаю. Надо брать. А вы что посоветуете? Я бы посоветовала взять. Уги прекрасные, красные. Просто чудо. Могу ли поглядеть? Знаете, с такой суммой, как 10 евро, не так-то просто, а не так. Да, уги хорошие. А я вот Delta City. Ну что, Лара? Я думаю, берем. Продолжение следует. Думаю, что берем. 10 евро. Ну ладно, так и быть. Ладно, 10 евро может быть.